Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я готовлю свинину, запеченную с сыром и ананасами. И для приготовления мне понадобится свиной биток 1 кг, кольца ананаса 300 грамм сыра, соль, перец и немножко подсолнечного масла. Приступим. Чтобы мясо получилось вкусным, я его заранее замариную. Для этого я нарежу кусочками толщиной 1-1,5 сантиметра. Кусочки мяса. Посолю. Поперчу. С другой стороны так же самое сделаю. Мясо замариновано. Теперь я отправлю в холодильник на 1 час. Обворачиваю пищевую пленочку. И отправляю в холодильник. Мяско промариновалось. Теперь подготавливаем сыр. Сыр натираю на мелкой терке. Сыр готов. Я подготовила противень, застелила фольгой, чтобы мясо не прилипало и потом легче было помыть противень. Беру подсолнечное маслечко и немножко наливаю на противень. Выкладываем кусочки мяса в форму для запекания. На мяско выложим ананасики. Посыпаем сыром. Духовку я разогрела на 180 градусов, отправляю запекаться на 40 минут. Мое любимое блюдо готово. Приятного аппетита!